Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает аудиокодек, то на вашем аппарате не будет работать слуховой динамик, полифоничный динамик, микрофон, либо виброзвонок, либо одна из деталей не будет работать. Но это необходимо сначала продиагностировать все шлейфа, слуховые динамики, после чего продиагностировать аудиокодек. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.